24 октября бывший пропекинский председатель либеральной партии Гонконга Джеймс Тянь-Пэй-Джунь открыто потребовал отставки главы Гонконга Лян Чжэнина. 29 октября Тянь был лишен членства в Народном политическом консультативном совете Китая. В тот же день он провел пресс-конференцию в здании Законодательного совета Гонконга. Журналисты попросили Тяня высказать свое мнение по поводу недавних высказываний заместителя председателя совета Дон Цзяньхуа, который был первым главой администрации Гонконга, о том, что в области управления Гонконгом Лян Чжэнин поступает очень хорошо. Тянь сказал, что в настоящее время в Гонконге возникли серьезные проблемы с управлением. Поэтому я советую, чтобы он подумал об отставке, назначил кого-то вместо себя, чтобы можно было в Совете снова проводить диалог с многочисленными депутатами, а также общаться на улице со студентами. Тянь принял решение консультативного совета, а также по собственному желанию покинул должность председателя партии. Я ощущаю, что в Гонконге давно происходит очень серьезный раскол, а нынешние события еще больше усилят раскол в обществе. Я бы этого не хотел. За несколько последних дней не произошло никаких изменений. Совет по-прежнему закрыт для диалога. На площади все еще очень много людей, ничего не поменялось. Поэтому я и сделал свое заявление. И я не откажусь от своих слов. Если они считают, что я нарушил какие-то правила, то я не собираюсь с ними спорить. Какие правила я нарушил? Пусть скажут мне прямо, и я с радостью приму это. Я много лет был депутатом в Совете Гонконга, и я вспоминал о том, что являюсь членом консультативного совета, только когда иногда встречался с ними в Пекине. Почему я отказался от председательства либеральной партии? Сейчас я могу свободно высказывать свои мнения, и перед этим не надо проводить собраний партии, тем более нет необходимости спрашивать разрешение у консультативного совета. Я считаю, что теперь могу еще более открыто высказывать вам то, что у меня на сердце. При этом я ощущаю свою ответственность перед Гонконгом. Журналист задает вопрос. Вас поддерживают участники протестов и называют совестью Гонконга. Как вы к этому относитесь? Раньше я также неоднократно критиковал Лян Чжэнина. Я уделяю внимание событиям, а не людям. Меня спрашивают, при каких условиях я снова стану поддерживать Ляна. Я отвечаю очень просто. Поскорее начни проводить диалог с общественностью, чтобы люди больше не проводили никаких движений гражданского неповиновения. Во время своей предвыборной кампании Лян был очень искренним. Он встречался и общался со многими людьми. Если бы он сейчас вышел на улицу и встретился со студентами, то получил бы большую поддержку со стороны горожан, и, возможно, ему удалось бы разрядить нынешнюю напряженность. Если бы он смог решить эти проблемы, так сказать, гармонично, без насилия, то я первый выступил бы за то, чтобы он оставался главой администрации. Тянь также сказал, что сам не планирует участвовать в выборах 2017 года и что в 2016 году собирается уйти на пенсию.